Привет, маководы, меня зовут Леха Макликбес. В этом выпуске я расскажу вам про то, как можно восстановить прошивку на компьютере под управлением процессора Apple Silicon. В некоторых случаях бывает так, что ваш компьютер получает какой-то сбой на достаточно низком уровне прошивки, после чего он даже банально не включается. В этом случае первое, что вам может прийти в голову, это связаться с техподдержкой Apple и отнести компьютер в авторизованный сервисный центр. Но это может быть сопряжено с массой неудобств, начиная от того, что у вас просто банально нет на это времени, и заканчивая тем, что решение программных проблем не входит в ограниченную гарантию Apple, и сервисный центр достаточно резонно и закономерно возьмет с вас за это денег. Я вам не обещаю, что восстановление прошивки через режим ДФУ, о котором я сегодня буду рассказывать, решит все проблемы с вашим компьютером, но на моем опыте некоторое количество устройств уходило в какую-то странную ошибку и выглядело так, будто совсем не работает, но при этом восстановление прошивки помогало полностью решить проблему и привести устройство в рабочий вид. Единственное, о чем нужно помнить, это то, что восстановление прошивки полностью удалит все данные на компьютере. Поэтому что? Правильно, бэкап — это наше все. Прежде всего, для того, чтобы у нас все получилось, нам нужно ввести компьютер на Apple Silicon в режим DFU. Для этого потребуется произвести некоторые подготовительные действия. Прежде всего, вам понадобится другой компьютер Mac с операционной системой, на которую можно установить приложение Apple Configurator из Mac App Store. Вам нужно на другом компьютере установить программу Apple Configurator 2. Она бесплатно доступна в Mac App Store, и на текущий момент она работает с версией 10.15.6 или позднее. Но имейте в виду, что Apple довольно сильно любит при обновлениях своего ПО делать поддержку только актуальных систем. Скачав и запустив ее, вы увидите примерно такое окно при учете того, что к устройству ничего не подключено. Важный момент, что для этой процедуры вам подойдет любой компьютер Mac, на который просто можно установить Apple конфигуратор. Он не обязательно должен быть компьютером на чипе M1 или каком-то другом Apple Silicon. Подойдут версии и на Intel. В зависимости от того, какой у вас компьютер, Mac Mini, iMac или портативный компьютер Apple, эти процедуры могут изменяться, поэтому проще всего для наглядности использовать статью. На текущий момент я буду демонстрировать все на примере MacBook Air на M1, который у меня есть. Очень важно понять, что кабель USB нужно подключить к конкретному порту на компьютере, и эта статья Apple как раз поможет вам. В случае с MacBook Air или MacBook Pro на M1, вам требуется подключить USB кабель в дальний порт, который находится ближе к дисплею. Другой конец кабеля вы подключаете в абсолютно любой порт на компьютере с установленным Apple конфигуратор. И тут также важно понять, что кабель вы используете любой конфигурации. В данном случае это кабель Type-C на Type-C. И вы можете, например, использовать стандартный кабель для зарядки, который идет в комплекте с вашим MacBook. Он тоже передает информацию по USB. Кроме того, если на компьютере, с которого вы хотите производить восстановление вашего компьютера на Apple Silicon, нет USB Type-C портов, то вы можете использовать и кабель USB-A на USB-C. Главное, чтобы этот кабель мог передавать информацию. Это очень важный момент, потому что куча китайских кабелей имеют возможность только заряжать устройство, но не передавать информацию. И вы можете долго пытаться производить манипуляции, и у вас ничего не будет получаться просто из-за неправильного кабеля. Если ваш компьютер находится в состоянии «не включается» уже какое-то время, и вы не уверены, что он заряжен, то я рекомендую в свободный порт подключить также адаптер питания. В случаях экстренного восстановления компьютера, когда он совсем не подает признаков жизни, я бы рекомендовал подключить зарядное устройство во всех случаях. Теперь перейдем непосредственно к процедуре, как ввести компьютер на Apple Silicon в режим DFU. Прежде всего, вам нужно полностью выключить компьютер. Если вы уже столкнулись с ситуацией, что он не включается, очевидно, что он у вас уже выключен. Вам нужно найти 4 кнопки на клавиатуре. Это кнопка Ctrl, кнопка Option в левой части клавиатуры, кнопка Shift в правой части клавиатуры
и кнопка включения. В данном случае она совмещена с датчиком Touch ID. Я сначала объясню, как это работает, затем покажу наглядно. Вам нужно зажать все 4 кнопки на 10 секунд. После 10 секунд отпустить Ctrl, левый Option и правый Shift, оставив нажатой только кнопку питания примерно еще на 10 секунд. Я рекомендую подключить сразу компьютер и следить за приложением Apple Configurator, потому что сам компьютер никак не будет отображать режим DFU. Он будет выглядеть, как будто он полностью выключен. Я зажимаю 4 кнопки, важно их нажать одновременно, в противном случае процедура не сработает. Если компьютер способен включаться, то он включится. Итак, я зажимаю кнопки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отпускаю все, кроме Touch ID. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скорее всего, даже не пройдет 10 секунд с момента того, как вы отпустили 3 кнопки и продолжаете держать кнопку включения, и Apple Configurator покажет, что к нему подключено устройство в режиме DFU. Если это произошло, то отлично. Если нет, пробуем еще раз, внимательно пересмотрев мой ролик с рекомендацией, и убедитесь, что вы делаете это правильно. В некоторых случаях с непривычки у вас может не получиться это с первого раза, поэтому пробуйте еще. Прервемся на минуту. Если в процессе просмотра этого ролика вы не смогли найти ответы на ваши вопросы или не смогли подобрать правильное решение вашей проблемы, то я рекомендую вам обратиться в мой сервис «Спроси про Mac» и заказать личную консультацию со мной. Да, эта консультация не бесплатна, но по опыту успешных случаев решения проблем моих клиентов, я могу сказать совершенно точно, что ваше время, оно дороже тех средств, которые вы можете потратить на эту консультацию и решить проблему. Вы потратите небольшое количество денег, быстро решите свою проблему и лично поможете мне материально. Ссылка на сервис «Спроси про Mac» есть в описании. Переходите на сайт и уточняйте всю необходимую вам информацию. Как только вы введете компьютер в режим DFU, вы увидите следующую картинку. Компьютер можно вводить в этот режим и без подключения к другому Mac, но в этом случае вы не сможете понять, сработал у вас режим или нет. А здесь мы сразу видим всю информацию. Итак, все, что дальше вам нужно сделать, это выделить вот эту большую надпись DFU, в меню бар перейти в раздел Actions и нажать кнопку Restore. Она же доступна и правым кликом, собственно, по надписи DFU. После того, как вы ее нажмете, у вас будет предупреждение, что будет скачана последняя версия прошивки, и все данные на этом устройстве будут удалены. Если вы нажмете кнопку Restore, то у вас начнется скачивание системы. Пока скачивается прошивка, я вам покажу, куда, собственно, она будет загружена. Для этого перейдите в Finder, в верхнем меню «Переход», перейдите в «Домашнюю папку», и перейдите в папку «Библиотека». Если у вас она не отображается, то нажмите «Вид», «Показать меню вида» и поставьте галочку в самом низу «Показывать папку библиотек». Перейдя в папку «Библиотек», найдите папку «Group Containers» и в ней найдите папку с кучей символов, и в конце будет написано «Apple Configurator». В ней перейдите в папку «Библиотеки», «Library», папку «Caches», и здесь будет две папки «Firmware» и «Downloads». Firmware — это та папка, в которую будет складываться прошивка уже готовая. Например, у меня здесь есть от 11.4 уже скачанная прошивка. Качается она всего один раз, занимает примерно 14 гигабайт, и это довольно много. В папку Download скачивается, собственно, сама прошивка. Как только она скачается, она будет перенесена сюда. Есть хитрость. Мы можем перейти на сайт IPSWME, либо на любой другой сайт, на котором есть прошивки для устройств, перейти в раздел Mac, выбрать нужный вам компьютер, в моем случае это MacBook Air M1, и выбрать нужную вам прошивку. Например, если вы хотите самую последнюю систему, то вы выбираете самую верхнюю, в данном случае это Monterey 12.0.1, и нажимаете «Скачать этот файл». Он у вас замечательно скачивается, и как только он будет готов, вы можете перенести его вот в эту папку Firmware, и если после этого нажать в конфигураторе «Отменить» и снова попробовать сделать рестор вашего компьютера,
то он уже не будет скачивать эту прошивку заново, а сразу приступит к процедуре перепрошивки. В общем-то, это и все. После того, как эта процедура будет завершена, при условии, что с вашим компьютером все в порядке на уровне аппаратном, а не в порядке было только на уровне прошивки или программного обеспечения, он включится, загрузится и будет как новенький. Имейте в виду, что на нем будут удалены все данные. В качестве бонуса эта система предлагает также и недокументированные варианты по откату системы. Если я вернусь к этому сайту и выберу, например, iPhone 12 mini, то я увижу, что есть довольно большое количество прошивок, на которых вообще работал этот аппарат. Но вот незадача, многие из них помечены крестиком и отображаются красным цветом. Это означает, что Apple больше не подписывает эти прошивки, и на текущий момент можно установить либо 15.1, либо 15.1.1. Как правило, в скором времени останется только последняя, а предыдущую также перестанут подписывать. Но если мы перейдем в меню Mac, выберем интересующий нас компьютер, то мы увидим, что абсолютно все версии macOS, начиная с самой первой для этого компьютера до текущей, отображаются зеленой галочкой. Это значит, что у Apple в принципе пока нету процедур отмены подписи для версий macOS для процессоров Apple Silicon. А это значит, что если вы обновились на Monterey, вам не понравилось, то вы можете скачать, например, 11.6. По итогу мы получим вот такой файл. Как видите, он полностью соответствует названию скачанного с этого сайта. И теперь, если мы прямо в это приложение Apple Configurator на компьютер в режиме DFU перетянем этот файл, то он нам спросит, а что мне, собственно, делать с этой прошивкой? И мы сможем нажать кнопку Restore, и он замечательно начнет, собственно, перепрошивку этой системы. Это все, что я вам хотел рассказать в рамках восстановления компьютера на базе чипа Apple Silicon. Все необходимые ссылки, о которых я говорил, они есть в описании. Ставьте лайк, если вам понравился этот ролик и оказался вам полезным. Подписывайтесь на канал, если этого еще не делали. Будет много новых интересных роликов, в том числе и про M1. Вступайте в наш теплый ламповый чатик в Telegram, слушайте наши подкасты, а также присоединяйтесь к нашим социальным сетям. Если хотите, можете поддержать мое творчество материально. Все ссылки есть в описании. Всего вам доброго!